Всем привет, с вами канал Алиса Ченел, и в этом видео я покажу мой домик пони. Да, ну сначала мы начнем с того, там живет. Здесь живет только пока бетон. Вот. Ну, и давайте же начнем с дома. Первое предупреждение, если я буду кашлять, шмыгать носом или говорить хриплым голосом, то, извиняюсь, я немного болею. Ну, а мы начинаем. Вот здесь есть вот такой вот мостик, с помощью которого пони может пробраться в этот дом. Вот подъезд. В этом уголочке есть ключик от моего телефона. И вот такая вот светипло. Здесь также еще есть станция шины. Здесь есть такая вот земляничка. На скамеечке сидит Твайлайт. Здесь есть такая вот скамеечка. И рядом с этой скамеечкой есть вот такая вот пони. А там есть палочка Star. Кто смотрит, поставьте лайк. Star Dreams сидит на качелях. И вот эти качели. И здесь есть еще такое кресло. И все это находится на вот этой досточке. Так, здесь есть, как бы лестница. И 15-я квартира в дом бетон. Заходим. И вот этот дом. У меня он хранится на этой полочке. Начнем с прихожей. В прихожей есть вот такой вот бирюзовый шкафчик. Наверху у этого шкафчика есть пустая оранжевая сумочка. Внутри шкафчика есть розовенькая юбочка и платье от Cadence. Вот так выглядит шкафчик, когда он пустой. Так, сейчас начнем мы с этого зеркальца. Так, ну тут уже мой телефон видим. Так, ну здесь есть два ключика. Один для открывания, а этот для квартиры. Ну, вот ключ для открывания, который открывает всякие предметы. Вот, например, вот так. Вот здесь есть ящичек такой, в котором лежат бананы просто так. Не понимаю, почему здесь бананы, но здесь зеркало есть и два ключика. Также здесь вот такие вот две пары туфель. Это была вся прихожая. Сейчас мы перейдем к комнате бетон. В комнате бетон есть вот такое вот кресло. И рядом с этим креслом вот такой вот стульчик или стол. Ну, я это столом делаю. Стул такой, и на котором радио. Но я это использую, этот стул, как стол. Вот. Типа на кресле сидишь и слушаешь музыку. А рядом с радио есть такое зеркальце. Так. Еще в комнате бетона есть коверчик. Вот столик еще. Вот так столик выглядит. И на этом столике есть компьютер. Он открывается. Вот. И книжечки. А под этими книжечками есть ее тетрадь. И скоро сделаю обзор на школу. Ну, конечно, как же без кроватки? И вот эта кроватка. Ну вот, подушечка, одеяло и сама кроватка. Это была вся комната бетона, сейчас будет кухня. Ну, на кухне есть вот такая вот тележка. И на верхней полке этой тележки есть вот такая вот тарелочка. Вот. И на ней есть такие вот настоящие печеньки. Оранжевого цвета, желтого и зеленого. Ну, еще также есть яблоко красное. А в нижней, точнее, еще есть на верхней полочке. Это вот такое вот мороженка. И два вот таких кексика, голубенький
и розовенький. А в нижней части есть такой коктейльчик красный и вот такой вот тортик. А вот так выглядит тележка, когда она пустая. Так, еще здесь есть стол. Это его скатерть. А вот сам стол. На самом деле это, ну, кроватка от Майнкрафта. А это используется как стол. И вот скатерть легко может на этот стол присоединиться, как бы. Вот. Там есть кухонная стенка. Вот. Итак, вот сама кухонная стенка. Который раз я это говорю, я не знаю. Так, здесь есть чайник, газировка, оранжевый тортик, земляничное варенье, горошек и варенье. А сзади на этот раз ничего нет. Ну, здесь есть цвет для плиты, плита, микроволновка, тостер, раковина, духовка и ящички. Это была вся кухня. Сейчас будет зал. В зале есть вот такой вот столик. Вот он. И на этом столике есть такой телевизор. Также есть диван. Он мягкий. Еще есть вот такой вот фиолетовый столик, на котором желтая книжечка. И внутри этой желтой книжечки пустой. И внутри этой книжечки есть три кристаллика. Вот такой, такой, такой. Также есть такой ящичек с игрушками. Давайте посмотрим, что там есть. Ну вот сам ящичек. Есть такая вот игрушечка. Это рыбка Твайлайт. Доктор Хувс. И Том. Это был весь зал, а сейчас будет ванная. В ванной комнате в первую очередь есть вот такой унитаз. Перед унитазом есть вот такое вот полотенце. Или ковер. Справа от унитаза есть щетка, чтобы чистить. А слева туалетная бумага. Вот. Еще есть вот такой вот уборочный стол. Ну, под столом есть вот такая вот швабра. А на столике есть расчесочка, тряпочка и сам стол. Так. Еще также есть такая вот умывалка. Наверху есть фен такой. Вот на этой стойке есть пока только зубная щетка. А в ящичках пока пусто. Так. Еще есть вот такая вот ванная. Здесь есть халат такой. Когда выходишь, типа надеваешь, чтобы не было холодно. Здесь есть вот такая вот штуковина. В этой штуковине есть мыло и шампунь. А это вот сама ванна. А также есть вот такой вот душ. Итак, это был весь мой домик. Вот. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях. С вами был канал Алиса Ченел. Всем пока-пока. Надо бы померить туфли. Первая. Ау. И как мне добраться до второй? Пока.